Валерий Венцель продолжает знакомиться с трудовыми коллективами района. Одно из самых многочисленных подразделений Дорсервиса занимается благоустройством территории муниципалитета. От его сотрудников во многом зависит внешний облик нашего города, поселков, сел и деревень. Именно на этом вопросе акцентировал внимание во время беседы с коллективом предприятия Валерий Николаевич. Комплексный подход к благоустройству, только так необходимо работать, чтобы был результат. Мы положили, значит, дорожное полотно новое. Там условно берем, значит, территорию улицы Школьной. Новый асфальт, но, извините меня, газон никакой. 1,5 метра никакие. Это неправильно. Глава района призывал собравшихся относиться к территории, на которой они работают, с большей ответственностью. «Мы находимся на службе у государства и жителей», – подчеркнул Валерий Николаевич. Напоминаю, что до празднования Дня города и района остается совсем мало времени, и жители хотят видеть свою малую родину уютной и красивой. Глава вспомнил годы, когда в Видном появились малые архитектурные формы, ставшие украшением и своеобразным символом города. Такие малые формы, они у нас сейчас на ПЛК остались, слушайте, они уже все, они уже даже морально устарели, там, в виде велосипедов, в виде каких-то там телег, это уже менять надо. Представляете, это тогда было, как люди старались украсить свой город, и вы же, работая в тот период, еще это помните. Давайте это вернем. Валерий Венцель в своем выступлении отметил, он уверен, что большинство сотрудников Дорсервиса – люди, которые любят свою работу и честно ее выполняют. Он пообещал, что работников, заслуживающих поощрения, будут стимулировать с помощью премий, надеясь таким образом на то, что люди будут трудиться еще более эффективно. По традиции, во время встречи главе были заданы вопросы. Все они касались трудовой деятельности работников Дорсервиса. Так, Марина Зернова из Булатниковского отделения сказала, что им для работы не хватает лопат, грабель и перчаток. А мастер 4-го участка Галина Джус затронула сразу несколько важных тем. Одна из них касается площадок для сбора мусора. Я считаю, в городе маловато мусоросборщик площадок. Мало того, что культура нашего населения, она, прям скажем так, не всегда нас радует, то есть втрамбовываются мешки с бытовым мусором в наши несчастные урны. Глава района внимательно выслушал каждого и попросил руководителей предприятия наметить точки, где возможно поставить дополнительные мусорные площадки. В заключении встречи руководитель отдела по благоустройству Рустем Саддаров поблагодарил Валерия Венцеля за внимание к их предприятию и пообещал сделать все возможное, чтобы в плане благоустройства район занял достойное место в регионе.